Ария от попугая. Воронежская птичка стала настоящей любимицей публики. Благодаря исполнению арий аудитория попугая выросла до 500 000 человек. В утренней студии Александра Басенкова и ее попугай Габи. Доброе утро. Доброе утро. Очень голосистая птичка у вас. Так, расскажите, как вы стали такими популярными? Что привело к звездности? Это получилось совсем случайно. Я купила попугая, даже не задумывалась о том, что я его хочу. Я просто гуляла по торговому центру. И я, когда хожу в торговый центр, люблю заходить в зоомагазин и просто посмотреть попугайчиков. И я его увидела, он сразу мне понравился, и я решила его взять. Любовь с первого взгляда. Да, любовь с первого взгляда. А он был таким же голосистом в тот момент, когда он вам понравился? Или потом он так раскрепостился и стал активно петь? Да, он был голосистом, потому что там сидело 4 попугая, и он из всех выделился, громко кричал, чирикал, и я сразу поняла, что он подает мне знаки внимания. Народный артист. Тяжело быть продюсером птицы. Может быть, райдер какой-то у него есть. Ну, тяжеловато, потому что он выбирает песни, те, которые ему нравятся, то есть, которые мне понравятся, он может не захотеть ее выучить. Да. Ну, извините, у всех свои музыкальные предпочтения. И очень интересная ситуация получилась, когда я узнала, что он умеет петь. Я сама музыкант, я играю на домре, фортепиано, и когда я занималась, он начал там что-то подпевать. Прям в ноты попадать, да. Мне стало очень интересно, и я попробовала выучить с ним песню. Первую песню он прям выучил четко, по нотам. Я удивилась, и дальше мы выучили как раз арию «Царицы ночи», которая стала популярной, и теперь он знает около 5 или 6 песен. Я Обалдеть! Песня «Царица», которая популярна. А что в его репертуаре, расскажите? У нас есть «Пираты Карибского моря», небольшой отрывок. Ария «Царицы ночи», «Септембр». Ну, неплохой музыкальный вкус, надо сказать. А как вы понимаете, что песня откликается? Он начинает сразу ее повторять или каким образом это происходит? Если ему песня не нравится, он сразу начинает улетать, не слушать меня. А если ему понравится, он прям вот так вот ухо подставляет и слушает. И через день-два он уже начинает воспроизводить. Но он больше классику любит или... Ну да, да, да? Больше классику. Современные поп-хиты. Я с ним пыталась учить рэп. Не надо портить попугая. Попугай хороший музыкальный вкус. Габи, я отстаю твои интересы, не беспокойся. Да. Ну, а расскажите, пожалуйста, вот прям правда сразу песня залетела, что называется, в социальных сетях? Как популярность пришла? Вообще, изначально я начала снимать просто милые видео, когда он еще не пел, где я его чешу, там, глажу. Это начало набирать просмотры. А когда он запел, как раз видео залетело на 17 миллионов, да. И люди вообще были в шоке, потому что попугай попадает в ноты. Я прям... Есть видео, где я занимаюсь с ним, нажимаю клавиши, и он повторяет по нотам. А что люди вообще пишут? Там хорошие какие-то комментарии? Либо есть хейтеры у вас, как у всех звезд? Хейтеры, конечно, есть. Есть? Пишут, зачем ты мучаешь попугая, зачем ты заставляешь его петь. А некоторые пишут, где вы взяли такого попугая, у меня вообще бездарность. Я говорю, люди, надо с ними заниматься. Ну, а сколько времени вот в день вы посвящаете занятиям музыкой с попугаем? Ну, я стараюсь заниматься каждый день где-то по 30-40 минут. Ого. Ну, то есть достаточно, это урок полноценный. Да. А каким образом проходит это занятие? Я либо играю сама ему на инструменте, либо я включаю, попугай очень хорошо запоминает музыку свистом. То есть либо записывать свист, либо кого-то попросить, кто умеет свистеть, либо найти уже попугая, который исполняет песню, и включать ему запись. Это какая-то особенность с помощью свиста запоминать? Да, они же попугаи свистят, чирикают, и им проще всего запоминать свист. Потрясающе. А расскажите, пожалуйста, может быть, еще секрет в том, что порода определенная, возраст какой-то такой очень благоприятный для развития? Потому что, ну, действительно, не каждого же попугая можно научить петь. Да, кареллы более способны к тому, чтобы петь. И как раз мальчики. Вот у меня есть еще девочка. Да, подружка? Подружка его. Но она просто боится всяких переездов, и она всегда сидит дома. Ну, так и положено женщине. Хранительница домашнего очага. Но она не поет. Вот, да, девочки вообще не поют, она только издает звуки, вот чирикает, пищит. А Габи прям вообще артист.
просто два артиста в одной семье, это сложно, вы же понимаете. Планируется ли потомство у нашего артиста? Или все силы пока он отдает карьере? Ну, пока что-то не планируется, потому что Габи... Не слишком проявляет интерес к Белле, а Белла прям за ним бегает, да? А он не обращает на нее внимания. Он нарцисс. Ну, так уж получилось. Он знает себе цену, он птица высокого полета получается. Знаете, просто когда выбираешь пару, ну, не поймешь, понравится попугаю, не понравится. Но они живут, не дерутся, это самое главное. Они в одной клетке живут? Да, у меня дома большая клетка, вольер. Занимает полкомнаты. У него прям супер условия. У вас какие-то гастроли есть? Да, мы уже 3 раза ездили в Москву, тоже на телевидение. Получается, 3 года назад первый раз, потом через год и через год все по очередности. И вот недавно в сентябре последний раз были на съемках тоже. Ну, а расскажите, пожалуйста, у вас есть какая-то стратегия вообще вот взращивания звезды? Что дальше? Вот сейчас 5 песен знает Габи. Вот у него такое большое количество подписчиков в интернете, многомиллионные просмотры. Дальше есть какая-то стратегия развития? Я стараюсь подстраиваться под аудиторию, и сейчас вот популярные такие песни я стараюсь с ним учить. Вот даже «Царицу» мы хотели выучить, но что-то пока не идет. Ну да, да. Вот под Новый год я хотела выучить им «Jingle Bells». Он чуть-чуть подсвистел, и не получилось. Но надо было «Елочку» нашу русскую учить. Я думаю, она ближе ему. Расскажите, пожалуйста, вот он постоянно 24/7, вот он так чирикает? Нет, есть специальный, как это, секрет. Если накрыть клетку пледом, он будет молчать. Он думает, что ночь. Да. А он вообще у вас летает? Насколько активный образ жизни он ведет? Да, у меня очень активный образ жизни у попугаев, потому что, так как я удаленно работаю, они постоянно дома со мной находятся. И когда я дома, у меня клетка постоянно открыта. То есть они просто вылетают, гуляют, когда захотят, заходят поесть и назад гуляют. И только ночью в 11 часов у нас график, я их закрываю. То есть он ручной? Да. Можете погладить. Правда? Да. Габи. Мне кажется, они ее такие всегда кусаются, цепляются. Ну, он похож на гулешку, такой хороший. Габи, давай. А можно пальчик, да, сюда? Да. Габи, ну, давай, Габи. Так. Можно, сейчас я даже покажу чуть-чуть. Габи, давай потешу. Мне кажется, он волнуется, он не знает, кому потянуться. Габи, иди ко мне. Все он знает, Руслан. Ой, это пират. Иди сюда. Пиратская птица. Может быть, что-то напеть ему, чтобы... Есть у него любимая игрушка, он ей постоянно поет. Габи. Шляпка, корзинка? Это гнездо. А, и он поет своему гнезду, получается? Да. Исполняет песни? Птичка. 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 Габи. Птичка прррр, птичка прррр. А что значит птичка прррр? Это его фраза любимая, он выучил ее, и после этой фразы он начинает петь. У нас такая схема. Это у вас условный рефлекс уже развит. Птичка прррр. Но он сам выбирает песню? Да, под настроение. А, то есть заказать нельзя? Нет. Габи, ку-ку. Слушайте, ну потрясающе. А сколько ему лет? 4 года будет. 4. Это уже много для птицы? Нет, кареллы живут при хороших условиях от 20 до 30 лет. Сколько треков впереди! Птичка, прррр, птичка, птичка. Ку-ку. Его не надо отвлекать. Птичка, прррр, птичка, прррр. Потрясающий, конечно, сегодняшний гость у нас в утренней программе. Невероятный. Ждем новых альбомов и, соответственно, где-то уже на больших просторах интернета и телевидения. Хорошо. Вам спасибо большое. Если организуете концерт, 2 места, пожалуйста, для нас. У меня в планах еще есть, чтобы я играла на инструменте, он сидел на плече и пел. Потрясающе. Мы желаем вам исполнения вашей мечты, чтобы действительно все так и случилось. Пусть все будет. Спасибо большое. Напомню, в студии были Александра Босенкова и ее попугай Габи. Утро вместе продолжается.